давайте-ка мы прямо сейчас удалим ей аккаунт, представьте, как будет смешно. То есть она уже полчаса пытается зайти на свой аккаунт, у нее не получается. Ты че вообще? Что? Что за... Опа-па! А кто это у нас такой красивый? Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сейчас будет ваша любимая рубрика, где я прямо на стриме буду заходить на аккаунт стримерши и творить полную дичь. Поэтому, ребята, с вас лайкусик, подписочка, погнали! Ай-яй-яй, как вы красивые легаси! И чтобы получить его совершенно бесплатно, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий, плюс твой ID. И третье, самое главное, посмотри все видео от начала до конца без перемоток. Ну что же, ребята, погнали к видео! Вы посмотрите на эту красавицу, что-то сидит там, крафтит, грустит. Анетулечка, не грусти, сейчас зайду на твой аккаунт, будет очень весело, будет очень весело. Ребят, просто прожимаем лайкусик и погнали впервые заходить на аккаунт Анетки-конфетки в попе-табуретке, ауф. Опа! Так, ребята, я зашел на ее аккаунт. Так, блин! Выйди. Короче, надо прямо сейчас... Все, ребята, я зашел на аккаунт, первым делом я мне ник пишу. Аккаунт забанен. Дальше меняем аватарочку. Поменяю аватарочку на вот этого. Дальше, ребята, что мы еще сделаем? Откроем ее один rival кейсик. Все. Открыли. Теперь можно выходить и погнали смотреть на ее реакцию. Что? Ты че вообще? Что? Это все Абоба? Конечно, Абоба. И как всегда дала ютуберу за денежки снять мой аккаунт? Так, кому там дала? Ты решил со мной такое провернуть? Короче, никогда в жизни не давайте пароли. Никогда и никому не давайте пароли. Смотрите, что все пишут в чате. Ахаха, здорово, Кен, с днем рождения. Ребят, пожалуйста, никогда меня не полите по тону в видеороликах. Вы что творите? Не надо меня полить. 5 minutes later. А давайте-ка мы прямо сейчас просто... Я продам за одну голду. Вот так вот, 3 ее arrival кейсика. Оп, раз продал. Дальше продаю кейсик номер 2. За одну голду, просто представьте. Блин, Анетка, мне тебя немножко жаль. А третий arrival кейсик я просто возьму и открою сам. Надеюсь, и выпадет... Эпосим Афрот, как раз он и выпал. Давайте я прямо сейчас вот этот MTBNet запрячу и выставлю на рынок за 30. Раз, два, три, 30 тысяч голды. Все, идеально. И теперь можно выходить с ее аккаунта. Хоть одна команка с моего любимого, а самое главное, золотого аккаунта. То что? Она, походу, хочет пароль поменять. Надеюсь, она не знает, как менять пароль. Пожалуйста, Анетка, надеюсь, она не додальше. Все, задействуй на 2, все хорошо, да, заходи, все нормально. Ты ж ничего не про... Какой ор. Вернул! Ты это кому? С кем он общается? Ребят, надо говорить потише, потому что Анетка стримит в соседней комнате, чтобы она меня не спалила. Мне все вернут! Кто вернет? Я знаю, кто это! И кто? Так, ребята, только что я еще раз зашел на аккаунт Анетки, и посмотрите, что я сделал. Первое, я сделал ник, я удаляю твой аккаунт. Просто придите, она зайдет, она испугается. Дальше, я, ребята, купил 3 скорпионки есть, потому что они самые плохие, и 4 Rainbow Sticker пака. После этого я продал еще кучу аркан, просто посмотрите, я продал 5 Sand Venom, продал эмочку Самурай, фаб-бум, все это продал по одной голде. В 10 раз дешевле, чем они стоят. Плюс, помимо всего этого, я купил еще кучу анкомонок, истории покупок. Просто смотрите. Просто я затроллил по полной программе. Но знаете, что самое-самое интересное? Анетка, короче, вышла только что с своего Google аккаунта и не может на него зайти обратно. То есть она уже полчаса пытается зайти на свой аккаунт, у нее не получается, потому что она просто-напросто забыла пароль от своего аккаунта. Если честно, мне же немножко жаль. 5 minutes later. О, зашла? Зашла! Это вы пытаетесь зайти в аккаунт? Конечно, это я! А чего Анетка плачет? Что за ошибка? Внутри, а что за ошибка? Я вообще не понимаю. Внутри, а что за ошибка? Анетка просто не может зайти на свой аккаунт, и все. Давай, Анетка, сейчас зайдешь. Ура, пошла загрузка. Ой-ой-ой. Сейчас будет криков, готовьтесь. Ты дурачок? Да.
вернул все на место. Она говорит, дает мне одну минуту вернуть все на место. Хорошо, мы сейчас все вернем на место. Ты не переживай, сладенькая. Я сейчас все так верну, то что тебе не поздоровится. Ну что, ребята, я зашел только что на аккаунт Анетки. И смотрите, какой у нее ник. Ты ку-ку, взломщик, ты бан получишь. Сейчас напишу. Я продаю твой ак за 0.03. Все идеально. Кстати, я сейчас смотрю, у нее слишком много легендарок. Давайте-ка мы, ребята, немножечко ей поможем и превратим легендарку в аркану. Мы готовы. Поехали. А чего это за ошибка это крафта? Вот это я в шоках просто. Я даже не знал, а ну-ка. Блин, реально какая-то ошибка крафта. Ребят, кто знает, что такое, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я вам скажу так, я сейчас смотрю, у Нетки слишком много голдишки. Давайте-ка мы будем покупать любые раканы. Например, АМ стикербум. Взяли, купили всю. Минус 200 голдишки. Купили у Black Sky. Спасибо, братик. Так, давайте-ка мы этот чарм Мингу. Ой-ой-ой, идеально. Сашечка, снимаешь, у нее уже осталось 800 голды. Просто прикиньте. Так, и давайте мы сейчас купим еще 3 фейбл кейсика. Блин, мне кажется, это слишком жестко. У нее осталось всего лишь 500 голды. Просто прикиньте, что я творю. Все, ребята, я выхожу. Мы не паримся и смотрим на ее реакцию. Я продаю твой аккаунт за 0.03. Мы за возвращение аккаунта требуем 500 тысяч рублей. А куда сливать? Ой, Анетка, у тебя типа есть деньги. Куда скидывать 500 тысяч рублей? Ой, Анетка, такая смешная. Все, идеально, я зашел на аккаунт. Я уже ничего делать не буду, просто напишу. Выбей аркану или минус ак. Все, все, все. Выбей аркану или минус ак. И теперь я выхожу. Все, все, я вышел. И погнали посмотрим на реакцию. Надеюсь, ей повезет, ей реально выпадет аркана. Но если аркана не выпадет, то... я все равно от нее отстану, потому что мне ее уже просто-напросто жалко. Вы посмотрите, бедная Анетка, она же чуть ли не плачет. Просто хэштег в комментариях. Анетка, не плачь. О-о-о. У меня 2 кейсика осталось. Как раз убивай. И ты правда хочешь, чтобы я выбила аккаунт? Ой, аркану. Хватит надо мной издеваться. Пожалуйста, я, кстати, выходи с моего аккаунта. Хватит надо мной издеваться. Хватит надо мной издеваться. Ну, короче, все, ребят. У меня нету аккаунта. Официально, смысл. Ну, на мой аккаунт может все кто угодно зайти. Вот все, кому не лень. Она думает, что ее сломали подписчики из-за счет того, что она спалила свою почту. Просто представьте, какой угар. Она думает, что любой желающий может зайти на ее аккаунт. Вы все сидите на моем аккаунте. Ого, как было близко. Не повезло, не повезло. Ну все. Все. Ребят, я думаю, пранк зашел слишком далеко, потому что Анетке уже не смешно, она уже чуть ли не плачет. Поэтому давайте мы прямо сейчас зайдем на аккаунт. Смотри. Назад. О-о. Смотри назад. Все, 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 все. И сейчас я прямо к ней зайду в комнату, и вы видите реакцию в режиме реального времени. Приятного просмотрика. Короче, можно по почте взломать. Пожалуйста, можешь поменять? Ау. А что, взломали? Кто взломал Анетку, признавайтесь? Не, я не хочу играть. Ты можешь не, подожди, не, зайди. Можешь зайди. Мне почту поменять? Зайди, да. Ну, можно надо... почту поменять? Зайди, а ну-ка. Да ну фу, ну он опять сольет скины. Да все, я давай, поменяй мне пароль. Да ну не трогай, ну фу, ну блин, ну я понимаю, что тебе весело. Читай ник. Читай ник. Это был пранк! Пранк! Ай! Ты вообще шо ли со своими понятиями? Обязательно все прожали лайк, подписались на мой YouTube канал, написали любой хороший комментарий. И самое главное, подпишитесь на мою телегу, все наши ссылочки в описании. Если канал приподнялся, всем удачи. Про инсту не забудьте, там тоже куча всякой полезной инфы. Всем удачи, всем пока!